Сегодня день памяти и скорби российских немцев. Напомню, 28 августа 1941 года вышел указ о переселении представителей этой национальности, проживающих в районах Поволжья. Их обвиняли в том, что они скрывают германских шпионов и диверсантов, и решили выселить в Сибирь. Сегодня по уже сложившейся традиции тюменские немцы вспоминают родных и близких и напоминают о трагичных страницах истории своего народа. В Тюменскую область прибыло около 30 тысяч человек. Были расселены во многих районах Тюменской области. А сегодня, вот к сегодняшнему моменту, осталось по последней переписи только на юге Тюменской области 12 тысяч человек. Чуть больше 12 тысяч. Из них, значит, ну, нет ни одного района, ни одного города, в котором не проживали российские немцы. Особенно много нас в Абадском районе, в Упоровском районе, в Задуковском городском округе, в Тюменском районе, в городе Тюмени. В городе Тюмени почти 4 тысячи в настоящее время проживают. Сегодня вечером в семьях российских немцев память о погибших зажгут свечи.